Вот так, чуть-чуть отойди. Чуть-чуть точку еще сюда, да? Так. Все, пойдемте дальше посмотрим. Дальше ничего? Да уже все. А дальше с медведем разве что встретиться, да? Да, и сфоткаться. Ну ладно, пойдемте купаться. Там есть речка. Мы уже далеко прошли. Еще раз, ребят, снимаю. Это уже не знаю, какое здесь третье видео, наверное. По 10 минут телефон снимает, поэтому... О, там опять это выпрыскивается вода, выплескивается. Я много снимала до этого, но вам сниму теперь самое основное. Будем подходить. О, видите, вон вода вылетает кипяченая. О, красота какая. Йеллоустон, национальный парк в Америке. А это мой муж. У него привал. Муж, как тебе привал здесь? Нравится? Можно в тенечке. А ну-ка, сфоткай нас. Вот название. Авока Спринг. Авока. Кипящая лава. Ну, не лава, а вода. Вода. Эти коряги похожи на дракончиков. Мы сегодня, друзья, целый день катаемся по этому парку, национальному Йеллоустон. И, в общем-то, мы устали, потому что жарко. Я уже об этом говорила. Температура где-то градусов 35, а то и больше, под 40, наверное, жары. И... Даже шляпы не помогают, через футболку сгораешь. Такая жара. Но у нас выпало время так выехать в отпуск, поэтому мы в это время гуляем. А вообще, у меня мечта теперь осенью сюда приехать. Нормально так погулять, насладиться прогулкой, а не просто изнемогать от жары. Мой муж и сын. Ракушка Спринг. Так, тоже Спринг переводится. Hot Spring — это горячие источники. Источник ракушка. Shell. Мой муж хотел яйца здесь варить. А русские идут. Встречаемся. Русский парень с сыном идет, говорит, креветки будет варить. Язык заплетается. Вот этот мы проходили, он извергался немножко. Сейчас затих. Только мы не слышали здесь языки и наречия. Сколько людей с разных здесь, наверное, стран приезжают и с разных штатов. Я не ожидала, сколько людей здесь. Но это мало еще. Это там, где мы были, на больших
гейзерах. Смотрели большие гейзеры, там очень много. Кость, как ты думаешь, сколько посетителей каждый день здесь? Не смотрел? Мне очень интересна статистика. Сколько в день, может быть, летом особенно посетителей. У всех же отпуск в основном летом. Я бы устал, тут интернет был. Да, интернета здесь нет. Даже позвонить только emergency можно, так что... Ну, поехали дальше. Купаться пойдем сейчас. Там бельдом, парни, на рациях разговаривали. На рациях? Да. 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 Вот это? Видите, еще русские ребята пошли. Во-во-во-во, смотрите, друзья. Сейчас еще будет, наверное. Пошли, типа, Кость, пофоткай еще, пофоткай его. Надо с другого. Лови момент. Видите, как молчал, начал извергаться. Ого. Поближе подходим. Все, затих. Кость, иди поближе сюда, здесь интересней. Все? Ну пошли. Ладно, уходим. А, что шляпа моя улетит? А туда идти нельзя. Здесь водичка очень красивая. Ты можешь назад идешь? Я уже снимала немного. Сапфировый бассейн. Там тоже гейзер, видите, немножко бурлит, вылетает водичка. Можно будет потом, может, пройти, если там не закрыто. Хотя нет, это на другой стороне, а там мост. Туда не пройдешь. Теперь оранжевая река. То есть желтая, да, больше желтая. Здесь уже оранжевый. Не знаю, как люди в свитерах ходят. Хотя Максим наш тоже в кофте все время ходит. Но он для того, чтобы не сгореть. Может, они тоже так само. Видите, стекает туда вода теплая, и люди там как в бассейне сидят. Натуральные горячие источники. С этим специальным тем, как он там называется, на горячих источниках. Источниках сероводород или как? Сереж, как ты говорил там, сероводород?